На следующий день я рассказал Сальери эту историю со шпаной. Банда хулиганов прописалась на его территории. Они безобразничали и пугали нормальных людей. Дон Сальери был недоволен. Что? На моей территории? Обнаглели. И мало того, еще нападают на беззащитных женщин. Что-нибудь случилось с Сарой, Томми? Нет, босс, она в порядке. Я позаботился об этом. Хорошо. Какого черта Луиджи ничего мне не сказал? Мы бы сразу об этом позаботились. Эти засранцы нападают на людей на моей территории. Что они о себе вообразили? Мне платят за защиту, что надо отловить эту шпану и показать ей, где ее место. Мы с Томом уладим это. Этим ублюдкам что, здесь какой-нибудь драный лунопарк? Да я их порву на куски голыми руками. Поли, Поли, расслабься. Никто никого не убивает, понял? Я хочу, чтобы вы преподали им урок. Переломайте им все кости и оставьте их лежать в собственной крови. Обеспечьте ублюдкам пожизненную инвалидность. Пусть детишки потешаются над их изуродованными рожами. Пусть все видят, что бывает, когда кто-то гадит на моей территории. Звучит заманчиво, босс. Совсем даже неплохая идея. Нам надо выяснить, где они расположились. Большой Биф может кое-что знать. Он вечно крутится где-нибудь в Чайна-тауне. Так что идите и расспросите его. Не вопрос, босс. Всем привет, с вами Алекс Айкил. И мы продолжаем проходить Мафию. The City of Lost Heaven. Так, судя по всему, Ральфи нам машину не даст. Ну да ладно, возьмем какую-нибудь из своих. Привет, ребята, что у нас на сегодня? Надо задать хорошую трепку кучке шутов. Эти превосходные биты подойдут лучше всего. На этой автограф лучшего игрока лиги. Класс. Не могу поверить. Это правда его бита? Ну, честно говоря, нет. Но если ты ее врежешь по лицу, вопросов точно уже не будет. Нам нужны еще пистолеты. Вдруг что случится? Верно говоришь. У меня есть пара кольтов 11-го года. Надежная автоматика. Спасибо, Винни. Этот дядька может что-нибудь знать о том, кого мы ищем. Информация. Что происходит? На нашей территории появилась банда шутников. Они портят жизнь порядочным людям. Они даже приставали к дочери Луиджи. Если бы не Том, кто знает, что бы с ней стало. Нам нужно знать, где их база, чтобы доставить послание от Дона Сальери. Вы пришли туда, куда нужно. Я знаю, что происходит. Нескольких людей уже были с ними проблемы. Хулиганы встречаются на старой станции техобслуживания. У моста Терранок. Это недалеко отсюда. Найдите заднюю дверь в глубине двора и идите туда. Передайте им от меня привет, Поли. Спасибо, Биф. Я твой должник. Нам надо идти. Конечно. Аккуратнее там. Ну что, здесь вроде. Думаю, это здесь. Вперед. И запомни, Том, никакой стрельбы. Возьмем биту. Шлет вам привет. Давай, мне будет интересно послушать. Все сюда, быстро! Да попадай ты, Томми. С этим разобрались. Еще двое. Если передвигаться пригнувшись, то они нас не достанут.
но нам все равно приходится вставать, чтобы нанести удар. Был бы Поле бессмертным, мог бы сделать за нас всю грязную работу. Но, увы, для нас он даже скорее обуза, потому что приходится его прикрывать. Да, похоже, ломик наносит столько же урона, что и бита. А может, даже и меньше. Ой-ой. У этих умников пистолетов. Забудь про биты, а то мы тут подохнем. У них стволы, но тут уже с битами не повоюешь. Вовремя заметил его. Патроны закончились. Надеюсь, это все. А вам что здесь надо? Пинком под зад вышвырнуть тебя из нашего района. Эти парни из мафии, Джонни, нужно драпать. Быстро в машину. Не упусти. Пошевеливайся. Да стреляй ты, мать твою. Замечательно. Стой, гад!
Сволочь. Если эта косолапая тварь хотя бы раз по мне попадет, то мне конец. Интересно, эта погоня заскриптована, или я все-таки могу их убить? Одной заботой меньше. Ну и что ты стоишь тут с такой рожей? Вспомни, что эти парни хотели сделать с твоей бабой. Пора тебе привыкать. Да, я привык уже.